Всем привет! Всем привет! Вы на канале Семьи Поддубных, и в этом видео мы будем рисовать картину необычным способом, а именно с помощью унитаза. Вот, в этом нам будут помогать наши детки, наша лапка. Вот, и у нас есть краски, у нас есть холст, ну и собственно унитаз. Так что будет интересно, поехали! Итак, для начала мы заливаем краситель в сливной бачок унитаза. Так, первый цвет у нас желтый. Желтый-желтый гуашь. Какой ужас. Так, теперь мы берем чистый холст и кладем его на унитаз. Сейчас мы будем сливать воду. Желтую воду. Ну что, нажимай кнопку. Нажимай полностью таким мощным напором. Итак, смотрим, что же мы нарисовали теперь. А ну-ка. Вот, видно, да? Видно, сколько капелек желтых у нас здесь на холсте. Понятненько, понятненько. Ну что, теперь попробуем другим цветом. Так, заливаем красный цвет. Итак, продолжаем рисовать нашу картину. Кладем холст, да, уже у нас красная потекла. И нажимаем кнопочку. Поехали. Давайте сюда ближе ко мне. Смотрите, сколько у нас теперь точек красных и желтых. Итак, продолжаем рисовать нашу картину. Следующий цвет синий. Давай, Марк. Кладем холст, продолжаем рисовать. Итак, у нас еще появился фиолетовый цвет. Ох, ничего себе! Вот такая вот картина маслом. Итак, вот такая картинка у нас получилась. Но, как по мне, маловато красок. Вот, и чтобы красок у нас было больше, я знаю, что мы можем еще придумать, это использовать безободковый унитаз. Вот, и попробуем нарисовать более живописную картину. Пошли? Для того, чтобы ускорить процесс, давайте сразу зальем несколько красок туда и посмотрим, что будет. Так, пошел желтый. Красный давай туда. Сразу все смешаем. Берем холст и будем сейчас сливать воду. Итак, смотрим, что у нас получилось. Давай, Мартуська, тут наверняка что-то очень красивое. Опа, не понял. А почему нет ни одной капли? Как так может быть вообще? Не могу понять вообще. Как такое может быть? Как такое может быть? Кто мне скажет? Так, ладно, попробуем после наших художеств теперь отмыть это все дело. Давайте для начала просто сольем воду и посмотрим, как оно это все будет смываться. Давай, поехали, смываем. О, так оно само смывается все практически. Осталось только протереть тряпочкой. Унитаз легко отмылся даже без никаких моющих средств. Вот, с помощью только воды и тряпочки. У нас получились две вот такие вот картины. Вот, ожидания, конечно, были совсем другие, но мы получили одну чистую абсолютно картину, одну с небольшим рисуночком. И, как показал эксперимент, благодаря тому, что в безободковом унитазе специальная система слива воды, которая не разбрызгивает воду, вот, и, естественно, ничего у нас здесь и нету, вот. Так что вывод какой? Картину унитазом нарисовать можно, если это не безободковый унитаз, вот. Так что ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч, пока-пока! Пока-пока!